Всем привет! Меня зовут Николай, я из Санкт-Петербурга. Немного расскажу о себе. Я уже, наверное, 13 лет занимаюсь веб-разработкой. Где-то 9 лет так или иначе работаю с видео. Делал видеосервисы, видеоплееры. Последние 5 лет активно занимаюсь видеозвонками. Работаю с WebRTC. Сейчас я занимаюсь фронтендом в команде видео ВКонтакте. И расскажу о том, как мы делали одну очень классную штуку, выворачивали WebRTC наизнанку. О чем вообще этот доклад? Расскажу, как работают звонки вообще в любом сервисе, как устроен WebRTC, как демонстрировать экран в звонке, как можно работать с энкодером и декодером прямо в браузере, кодировать, декодировать видео. Немного расскажу про такие технологии, как WebCodex, LibVPX, WebAssembly. Расскажу, как отправлять данные через дата-канал и как устроен WebM, что это такое, зачем он нужен. Если все это сжать, то, наверное, я буду рассказывать о том, как мы ВКонтакте передавали видео в звонке в высоком качестве и почему вообще здесь была какая-то проблема. Немного о том, что такое ВК-звонки. Это большой сервис, он используется для работы, для учебы. Там есть очень много возможностей, есть управление звонками, разделение звонков на комнаты, есть демонстрация экрана, совместный просмотр видео, много-много всего еще. Очень технологичный, и у нас 20 миллионов пользователей ежемесячно, а сейчас даже, наверное, и побольше. И что важно, у нас где-то 20% групповых звонков, они проходят именно с демонстрацией экрана, и это важный момент. Небольшая история сервиса. В 2012 году звонки ВКонтакте запустились на вебе, и это были звонки один на один, можно было просто созвониться с кем-то, и только к 2018 году появилась поддержка на мобилках. К 2020 году появились групповые звонки на 8 человек, и в 2020 же году эта цифра увеличилась уже до 128. В 2021 мы стали большими шагами улучшать сервис, появилось умное шумоподавление, появилась трансляция экрана в 4К, появилось десктопное приложение ВК-звонков, и мы увеличили лимит на количество участников в звонке до 2048 человек. Выпустили SDK под мобильные платформы, под десктоп, под веб. Сняли вообще лимит на количество участников, потому что поняли, что можем все. И в 2022 году выпустили мобильное приложение отдельное ВК-звонков. И к 2023 году обросли кучей интересных возможностей, таких как замена фона в звонке, API для управления звонками, поддержка переговорных комнат, совместный просмотр видео, анимированные аватары в эмоджи, сессионные залы, расшифровка звонков и даже автоматические субтитры в звонке. Куча-куча всего. Как устроены звонки вообще? В целом, любой сервис звонков, Google Meet, ВК-звонки, что-то еще. Как ни странно, работает на WebRTC. WebRTC – это, спецификация. И по этой спецификации есть библиотека, которая уже работает в браузерах и в других приложениях. WebRTC появилась в 2011 году. И как-то комьюнити приняло прохладно. Типа, зачем нам ваши peer-to-peer какие-то соединения? Типа, у нас тут Flash, Internet Explorer 6, и никому не надо. Но Google на своем не остановились, и стабильный релиз, аж в 2018 году, выпустили, сказали, ребят, ну пора уже все. И только в 2021 году, по прошествии 10 лет, WebRTC был принят официальным веб-стандартом, и на текущий момент поддерживается всеми абсолютно браузерами, нет никаких проблем, хотя CanIUS до сих пор говорит, что там working draft, хотя уже релиз был. Если посмотреть на WebRTC в браузере, то это набор каких-то интерфейсов, которыми мы можем пользоваться. Это MediaStream и MediaStreamTrack, которые содержат в себе информацию о потоках видео-аудио. Это RTC Peer Connection, нужный для установки соединения. Session Description и Ice Candidate – это данные, которые нужны для непосредственного соединения. Есть RTC Data Channel, который нужен для того, чтобы передавать бинарные данные. Ну и RTP Sender и RTP Receiver, который почему-то пропал, в которых идут непосредственно медиаданные.
WebRTC заточен под передачу именно медиа данных, это видео и аудио, они передаются по протоколу RTP, Real Time Transport Protocol, и там есть очень много оптимизаций для передачи видео и аудио, для того, чтобы ваши голос и изображение дошли до абонента. Есть еще дата-канал, который работает по протоколу SCTP. Там, конечно, уже никаких оптимизаций нет. Данные просто уходят как есть. Если один абонент хочет позвонить другому, коротко расскажу, как это происходит. Небольшая вставка кода. Сильно можно не вчитываться, его не очень хорошо видно. Просто для того, чтобы оценить его объем. Мы, используя метод getUserMedia, получаем аудио и видео треки. С камеры и с микрофона создаем новый peer connection, устанавливаем полученные треки в этот peer connection, создаем offer. Offer – это, скажем, текстовый документ, SDP-шка, в которой хранится информация о полученных у нас треках, аудио, видео, информация о том, какие данные мы готовы принимать, и о наших сетевых интерфейсах для того, чтобы установить прямое соединение со вторым абонентом. Устанавливаем этот оффер себе, и теперь нам его надо отправить второму абоненту. Для этого можно использовать абсолютно любой канал связи, хоть по электронной почте отправлять, но обычно используют какой-то веб-сокет. Подключаемся к сокету, отправляем оффер. На второй стороне абонент уже подключен к веб-сокету, он получает оффер, понимает, что ему поступил входящий звонок. И для начала он делает все то же самое, он получает треки свои, добавляет их в свой peer connection, устанавливает наш оффер, и на основании этого оффера он уже создает свой answer. Точно такая же SDP-шка, только уже со своими интерфейсами и треками. Устанавливает этот answer себе и, соответственно, отправляет его обратно по тому же веб-сокету. Немного расскажу о том, как теперь сюда показать экран. Ну, то есть мы же не всегда с камеры хотим видео передавать, хотим показывать какие-то презентации. Как я уже сказал, для того, чтобы получить изображение с камеры, у нас есть метод getUserMedia. А для того, чтобы получить изображение с экрана, есть метод getDisplayMedia, как ни странно. Он работает немного сложнее, потому что если его вызвать, браузер покажет вот такое окошко, в котором можно выбрать, что мы хотим показать. Это может быть окно приложения, это может быть весь экран, либо это может быть вкладка какого-то браузера. В коде выглядит примерно так. Вызываем getDisplayMedia, ну и все тот же peer connection, в который мы устанавливаем полученный трек. Если у нас уже есть peer connection, в котором мы передаем, например, изображение с камерой, то мы можем, используя метод replaceTrack, просто один видеотрек заменить другим видеотреком, и все заработает. И казалось бы, все хорошо, абоненты созвонились, видео-аудио передается, что нам еще надо? Но когда абонентов становится чуть больше, чем два, то возникает проблема с тем, что мы наши данные должны передавать от каждого к каждому. И в какой-то момент мы просто упремся в лимит сети или в лимит каких-то аппаратных возможностей компьютера, что мы не сможем просто столько абонентов соединить друг с другом. И вот в нашей хронологии это как раз тот момент, когда у нас был сервис звонков на 8 человек, мы их как раз соединяли каждый к каждому. Но вот здесь уже лимит подняли до 128. Как это сделать? Очень просто. Нам нужен сервер. Без него никуда. С точки зрения абонента здесь практически ничего не меняется, только он подключается уже не к другим абонентам, а подключается к какому-то серверу. Он передает на него видео, аудио и свои данные. А обратно получает видео от всех других абонентов. Причем мы можем сделать здесь классные оптимизации. Типа мы, если у нас, например, в звонке там 100 человек, мы же все 100 сразу не видим на экране. Мы можем получать видео только от тех, кого мы видим. И можем сделать оптимизацию по звуку. Мы можем не получать отдельные аудиотреки от абонентов, а просто на сервере все смикшировать в один поток, сделать там какое-то умное шумоподавление, и все будет классно. Ну и какие-то технические данные. Небольшие итоги этой части. WebRTC это довольно просто. И на текущий момент нет никаких проблем. Браузеры друг с другом созваниваются и даже нативные приложения. WebRTC это все-таки про peer-to-peer, это про соединение абонентов друг с другом напрямую. И WebRTC это про медиа, то есть про передачу медиа данных. Там все оптимизации заточены именно на передачу голоса и видео. И если участников много, все-таки нужен какой-то бэкэнд.
Теперь немного расскажу, а что происходит, если у нас сеть не идеальная. Вот, как я сказал, мы работаем по серверной топологии, и сервер наш, предположим, находится где-то здесь, а абонентов раскидало по всему миру. И, конечно, у них не может быть идеальная сеть до сервера. Где-то есть потери, где-то есть высокий пинг, и что-то будет показывать плохо, будут заикания. Если мы разговариваем просто по видеосвязи и изображение с камеры, нам не очень хорошо видно, но оно такое замыленное, немножко искажается, то в целом ничего страшного. Если мы смотрим какую-то трансляцию, видео, в принципе, тоже неплохо. Но если мы вот смотрим, например, конференцию онлайн, какую-то презентацию, там ничего не читается, и вы видите вот что-то такое, это, конечно, никуда не годится. И эту проблему нужно было решать. К сожалению, да, вот так. К сожалению, WebRTC как раз рассчитан на то, что в условиях плохой сети происходят оптимизации, нацеленные на то, чтобы видео передавалось с хорошим FPS, но качество видео может снижаться. А нас интересовала другая история. Нам нужно было передавать видео с низким FPS, но в очень хорошем качестве. И никаких рычагов, чтобы это сделать, из коробки нет. Поэтому пришлось изобретать что-то свое. Что мы придумали? Ну, у нас есть видео, которое, например, презентация, это трансляция экрана в 4К, сейчас у всех 4К мониторы. Мы хотим разобрать его на кадры и эти кадры как-то передать на другую сторону, ну, на сервер или напрямую другому абоненту. Дата-канал очень хорошо подходит, потому что, во-первых, мы уже используем WebRTC, он у нас есть, а во-вторых, он быстрый, классный. На другой стороне получить эти кадры и собрать обратно стрим в 4К. Как это сделать? Ну, первое, что пришло в голову, взять обычный видеоэлемент, взять обычный канвас и начать рисовать кадры с видеоэлемента на канвас, а потом их с канваса забирать. Попробовали, но что-то пошло не так. Кадры по 15, по 16, по 20 мегабайт ни в какой канал, конечно, передать не получится, тем более, если мы хотим там хотя бы 15-20 FPS получить. Стали думать, как с этим бороться. Ну, посмотрим на отправляющую сторону. У нас есть MediaStream Track, у нас есть какие-то кадры, которые, в принципе, мы умеем получать, только они очень большие. Очевидно, их надо как-то сжать. Ну, так как мы работаем с видео, мы решили закодировать их видеокодеком. Конечно, мы рассматривали и какое-то сжатие изображений, но у видеокодека есть преимущество в том, что кадры бывают опорные, бывают дельта-кадры, и опорные кадры, они чуть побольше, а дельта-кадры совсем маленькие. И на выходе получили какие-то уже вполне вменяемые цифры, которые можно уже отправлять на другую сторону. Мы не просто так взяли VP9, мы рассмотрели разные кодеки. Ну и на самом деле мы не всегда используем VP9, иногда мы используем и VP8 тоже. Составили примерно такую табличку. Нам важно было, чтобы была хорошая поддержка браузерами, чтобы было, ну, вменяемое какое-то потребление ресурсов. Эффективность сжатия была неплохая. Ну и в идеале, конечно, аппаратное ускорение. H265 и AV1 отвалились сразу, потому что они плохо поддерживаются пока что. Ну, H264 и VP8 отвалились, потому что не очень хорошо сжимают. Ну и остался VP9. В принципе, по всем параметрам очень неплохой. И мы, наверное, начали заниматься этой задачей в такое удачное время, потому что Google, это было довольно давно уже на самом деле, там в 2020 году, Google как раз анонсировал такую спеку, как WebCodex, и вторую Insertable Streams API. Что это такое? Это такие интерфейсы, которые предоставляют нам возможности работать со стримами, с медиастримами и работать с кодеками прямо в браузере. У нас есть MediaStream Track процессор и MediaStream Track генератор, которые позволяют читать стрим и писать новый стрим. Есть, соответственно, видеоэнкодер, видеодекодер для того, чтобы полученные кадры как-то кодировать и раскодировать. Ну и для аудио то же самое. Есть видеофрейм и аудиодата. Это раскодированные кадры. И есть encoded video chunk и audio chunk. Это, соответственно, закодированные кадры.
И, как я уже сказал, что это все происходило вовремя, потому что вот WebCodex сначала запустились в такой программе, которая называется Origin Trial, появились в 86-м хроме в 2020 году в октябре. И зарелизились только в сентябре 2021 года. И все это время мы как бы обкатывали эту технологию, пробовали и проверяли на пользователях, и проверяли, запускали ее в Chrome в Origin Trial. Что такое Origin Trial? Это такая программа, когда какая-то новая технология в браузере уже доступна технически, но пользоваться ей пока еще нельзя. Для того, чтобы пользователи ваши смогли ей воспользоваться, нужно зарегистрироваться в программе, установить на своем домене некоторые ключи, и тогда пользователь, который заходит в Chrome на ваш домен, у него волшебным образом какая-то новая технология начинает работать. В простейшем случае достаточно прописать вот метатег на странице, в котором указать токен программы, и WebCodex внезапно у наших пользователей начинал работать. В 2021 году Origin Trial закончился, веб-кодеки включили у всех, мы выдохнули и уже раскатили на всех. Тут уже подтянулись за хромом Яндекс.Браузер, Opera, ну и все остальные. Наша история — это как раз вот этот момент, где мы дошли до демонстрации экранов 4К благодаря веб-кодекам. Если посмотреть на код, как это работает, то есть Media Stream Track процессор, который читает какой-то трек, точнее фреймридер читает какой-то трек. Есть энкодер, который нужен для того, чтобы полученные кадры закодировать. Мы его конфигурируем с какими-то нужными нам параметрами, в данном случае это кодек VP9, размеры кадра и latency mode real time. Говорит о том, что мы хотим вот читать прям то, что сейчас есть. Читаем из фреймридера кадры, кодируем их, преобразовываем в какое-то подходящее значение и можем уже куда-то отправлять. Но, к сожалению, эта картинка на текущий момент, а когда мы запускались, она выглядела еще похуже, в Firefox веб-кодеков нет. Появятся или нет, никто не знает, и когда появятся, тоже неизвестно. Мы не могли терять такой большой рынок, как пользователи Firefox, и начали думать, а как же быть с ними. Есть такая библиотека libvpx, это энкодер, декодер VP8 и VP9, но, к сожалению, это нативная библиотека. Но это не страшно, потому что есть mscripten и есть WebAssembly. mscripten — это компилятор нативного кода под WebAssembly, который работает в браузере. Мы взяли libvpx, немного пошерстили исходники, скомпилировали его под WebAssembly, на выходе получили несколько файлов. Ну вот, примерно с такими интерфейсами. Попробовали, он работает довольно быстро. В коде чуть посложнее, потому что нам здесь нужен канвас, у нас нет трек-ридера. Мы берем канвас, берем, соответственно, видеоэлемент и начинаем рисовать, как вот в самом начале я показывал, кадры с видеоэлемента на канвас. После чего создаем наш VPX-энкодер, который работает в WebAssembly, инициализируем с какими-то параметрами и передаем ему картинки уже с канваса. Говорим «закодируй», он кодирует. Читаем кадр и можем его куда-то отправлять. Видно, что код синхронный, работает он не очень быстро, поэтому я не стал его здесь обозначать, но вообще он работает в воркере, чтобы это все немножко параллелилось. Классно, кадры закодировали, можем отправлять. Проблема в том, что в дата-канал нельзя отправить кадр там 120 килобайт. У дата-канала есть ограничения. На тот момент, когда мы этим начали заниматься, ограничение было 16 килобайт на один пакет. Сейчас оно уже порядка 64 килобайт. В принципе, работает нормально. Но суть в том, что полученный кадр надо разбить на какие-то кусочки. Для того, чтобы эти кусочки никак не перемешались, мы придумали такой бинарный заголовок, в котором указываем версию заголовка, номер чанка в кадре, используемый кодек и некоторые флаги, типа первый ли это чанк в кадре, последний ли это чанк в кадре, опорный ли это кадр и, может быть, мы вообще уже закончили все стримить. Создаем такой заголовок, добиваем его данными из кадра до 16 килобайт и вот такие вот кусочки новые 16-килобайтные уже с заголовками
отправляем в дата-канал. И в какой-то момент понимаем, что ничего не работает. Оказывается, дата-канал легко переполнить, даже если мы все отправляем правильно, надо следить за его переполнением. Но это полбеды, потому что в браузере есть механизм, как отслеживать переполнение дата-канала, примерно таким callback'ом. Но это еще не все, потому что можно еще переполнить системный буфер, и браузер об этом никак не скажет. Для этого мы придумали другой механизм, он основан на ответе сервера, о том, что он получил кадр, но код этого я сюда уже вставлять не стал. Небольшие итоги. WebCodex — это очень круто, потому что наконец-то мы можем работать с видео, с аудио в браузере, прям как в любом нативном приложении, кодировать, декодировать, что-то как-то преобразовывать. WebAssembly — еще более крутая штука, потому что можно взять прям какой-то нативный код на нормальном языке и скомпилить его, и все будет классно, он будет работать в браузере. Не все кодеки подходят, тут надо смотреть по ситуации, в зависимости от вашего сервиса, и выбирать нужный. Ну, дата-канал немного привередливый, но если научиться его готовить, то все тоже будет здорово. Посмотрим теперь на принимающую сторону. Мы отправили кадры, хотим их принять. Читаем заголовок, тут ничего сложного, он в начале каждого чанка. Собираем, исходя из этих заголовков, наши кадры, которые закодированы в WP9. И хотим из них получить опять медиастрим-трек, чтобы можно было его воспроизводить. Если мы используем WebCodex, то тут примерно все то же самое. Создаем видеодекодер, конфигурируем его с нужным кодеком. Кодек мы можем получить из любого чанка. Создаем, собственно, чанк, указываем, что это опорный или не опорный кадр, его время и данные. И декодируем кадр. Дальше этот декодированный кадр уже можно как-то отрендерить куда-то. Для рендеринга мы используем MediaStreamTrackGenerator, который, по сути, создает новый медиастрим, который можно заиграть видеоэлементом прямо в браузере. Получаем из него writer и пишем в него вот эти раскодированные кадры, и после чего уже получаем стрим, который прямо в браузере играет, больше ничего и не нужно. Если используем libvpx, здесь опять нужен canvas, мы создаем vpx-декодер. Пишем в него данные, которые раскодированный кадр, закодированный кадр. Декодируем, получаем изображение, приводим его к какому-то удобному нам виду. Создаем image bitmap, и этот image bitmap можем отрендерить. Рендерим на канвасе вот таким вот bitmap рендерером. И после этого с канваса можно получить стрим, который тоже заиграет в видеоэлементе. И вроде проблема решена. Мы передаем данные в исходном качестве. У нас был медиастрим-трек в очень высоком качестве. Мы его разобрали на кадры, закодировали, раскодировали и собрали опять медиастрим-трек. Казалось бы, а что тут еще делать? Но хотелось бы избавиться от декодера. Потому что браузеры же умеют играть видео, прямо мы можем взять какой-то видеофайл, установить его как source видеоэлементу, и он заиграет. И, собственно, зачем мы раскодируем, если можно отдать это на откуп браузеру? И, собственно, WebM, что это такое, для чего нужно? WebM — это контейнер. Видео состоит из кадров, кадры бывают опорные, бывают дельта-кадры, но нельзя просто взять кадры и сказать браузеру: на, вот играй кадры, которые мне тут через дев-канал пришли. Кадры должны находиться в каком-то контейнере. Контейнеры бывают разные, бывают контейнер матрешка, WebM, MP4, всякие разные. Это обычный видеоэлемент, который что-то играет, и мы хотим сделать так же. Не стрим скармливать, а прям вот кадры в видеоэлемент пулять, чтобы он заиграл. WebM — это открытый контейнер, с которым очень легко работать. Он поддерживает нужные нам кодеки, он очень простой, поддерживается почти всеми браузерами. WebM основан на контейнере Матрешка, который появился незадолго до него. И контейнер Матрешка вообще родился как такой открытый контейнер, чтобы видео было легко передавать, упаковывать, и оно мало весело. Я сказал, что поддерживается почти всеми браузерами. Есть небольшие проблемки в Safari, но я думаю, их там скоро исправят. Хотя уже исправили в последнем Safari. В целом все работает.
И WebM внутри написан на языке EBML. Это даже не язык, это язык разметки, который появился как такая замена XML для бинарных данных. И выглядит он действительно немножко похоже так на матрешку. У нас есть какие-то заголовки, EBML заголовок, заголовок сегмента, заголовки треков и кластер, в котором уже лежат непосредственно кадры. То есть прям закодированные кадры в VP9, которые мы получили, мы можем их в этот кластер добавлять, и все заиграет. Чтобы в браузере собрать такой контейнер из кадров, есть куча библиотек. Мы взяли Simple EBML Builder. Код использования EBML Builder немного страшный, но если почитать спецификацию, то там ничего сложного. Мы просто кладем нужные данные в нужном порядке. А для того, чтобы это воспроизвести, в браузере есть Media Source Extensions. Это набор интерфейсов, который позволяет играть какое-то сырое видео, а не из файла. Основные это Media Source, который мы можем установить в качестве источника для видеоэлемента, и Source Buffer, в который, собственно, мы добавляем данные. И все заиграет. Media Source Extensions тоже поддерживается всеми браузерами, и все здорово. Код довольно простой. Мы создаем видеоэлемент, создаем Media Source и указываем, какие кодеки мы используем. Устанавливаем этот Media Source в качестве источника для видеоэлемента. И после этого написали некоторые хелперы, которые генерируют вот эти самые WebM заголовки. Просто в Media Source складываем нужные заголовки и в самом конце уже начинаем туда складывать кадры. И таким образом у нас получается стрим в VP9, который упакован в контейнер WebM, который может играть в браузере. WebM простой, его легко прямо на JavaScript можно собирать. Не нужны никакие видеоредакторы, FFmpeg и что-то еще. И практически кросс-браузер. На текущий момент там только в Safari на iOS не очень хорошо поддерживается. Что в итоге? Если мы используем классный современный браузер, то у нас есть веб-кодеки, мы можем передавать кодированные кадры через дата-канал, мы можем собирать их в WebM, использовать Media Source Extensions, и все прям вообще очень здорово. Если браузер чуть похуже, мы можем делать все то же самое, но немного большей ценой. Мы используем libvpx через WebAssembly, но работает довольно быстро. И для рендеринга приходится использовать Canvas, но с некоторыми оптимизациями Canvas рендерит тоже очень здорово. Но если браузер совсем плохой, хотя Edge, конечно, тут не заслуженно у меня в списке, он сейчас хороший, мы все еще можем передавать видеозвонки по RTP. Конечно, будет там потеря по качеству, но лучше передавать видео так, чем вообще никак. На этом все. То есть все. Здесь есть ссылки на некоторые наши сообщества, и можете задавать ваши вопросы, если они вдруг появятся мне прямо в личку. Я постараюсь на все ответить. А сейчас за лучший вопрос напомню, что у нас есть приз. Ваши вопросы. В первую очередь спасибо за доклад. Первое, что интересует, вот это вот качество для стриминга, допустим, экрана, да, она имеет ценность. А правильно я понимаю, что вы сейчас такой подход используете для всего, то есть и для видеотрансляции, и для демонстрации экрана? Нет, у нас сейчас есть три основных механизма. Для обычного видео мы используем обычный RTP. Для демонстрации экрана мы используем вот такую передачу через дата-канал. Плюс у нас есть отдельный режим, это демонстрация экрана по RTP для тех, кому важнее скорость, нежели качество. А там можно переключаться? Да. Окей. Второй вопрос, который меня всегда интересовал. Вот вы говорите, что сейчас получается аудио и видео сейчас идут только в одном канале. Правильно я понял? С сервера на клиент? Да. Да. А с пира до сервера получается в двух каналах.
Ну, что считать каналом? Соединение одно. То есть это обычный RTC-Peer Connection, в котором видео передается либо по RTP, либо по дата-каналу, а аудио всегда по RTP. Окей. А допустим, я прерываю видео или прерываю аудио, правильно я понимаю, что они не доходят прямо до сервера? Или они там на каком-то этапе пробуются? Ну, WebRTC так устроен, что мы на этапе установки соединения должны сразу договориться, сколько треков и какие треки мы передаем друг другу. Поэтому, если мы выключаем камеру, допустим, я выключил камеру в звонке, то данные с камеры перестают идти, устройство мы отпускаем, то есть камера выключается, но сам видеотрек, он остается, в нем идут просто там несколько байт для того, чтобы поддерживать этот канал связи, для того, чтобы мы камеру могли обратно включить. И последний вопрос у меня, там, вы сказали, что у вас бесконечное количество пользователей, проверяли ли вы, там, что произойдет, если, там, условно говоря, там, в высоком качестве пользователи начнут это время стримить свой экран, там, насколько нагрузка высокая по сравнению с WebRTC, там, трансляция просто видео с камеры? Конечно, проверяли. Но у нас есть нагрузочные тесты, в которых там крутятся десятки тысяч пользователей одновременно, они туда что-то отправляют. Мы таким образом тестируем как раз распределение нагрузки по бэкэндам, по серверам. С другой стороны, в такой звонок можно зайти прямо с клиента, либо прямо с браузера и посмотреть, а не упадет ли браузер, когда в звонке будет там 20 тысяч участников. Проверяли, все оптимизировали, все работает. Здравствуйте, спасибо большое вам за доклад. Не так давно приходилось работать с видео и аудио в браузере. А вы можете что-то сказать по поводу уже готовых видео SDK, там Jitsi, например? У вас был опыт работы с такими? И какую вы можете посоветовать? Я, наверное, ничего не посоветую, у нас все свое. Ага, круто. На самом деле очень хорошо, что у вас все свое. А еще тогда у меня был вопрос. А как много времени данные хранятся на сервере? Потому что, насколько я знаю, многие сервисы, которые предоставляют возможность видеозвонков, они там до 5 минут хранят данные, а потом они куда-то улетают. Как это ВК сделано? А данные непосредственно как бы не хранятся. То есть это же реал-тайм, то есть данные уходят от клиента к клиенту, сервер просто выступает транспортом. Если запустить запись звонка, у нас есть прям такая фича, тогда, конечно, оно прям записывается в видеофайл, он потом будет доступен ВКонтакте. Но в целом... Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Николай. Такой вопрос. Когда говорят про передачу данных peer-to-peer, часто возникает мысль про сокеты, веб-сокеты. Насколько сложнее, точнее, насколько больше нагрузка, если будет передавать данные не через WebRTC, а через сокеты? WebSocket — это же не peer-to-peer, это клиент-серверное соединение. Да, но серверный клиент тоже можно передавать данные. А ну, WebRTC — это про другое. WebRTC для того, чтобы двух абонентов соединить вообще без участия сервера. Конечно, в нашем случае на больших звонках мы используем сервер как транспорт, но изначально это peer-to-peer непосредственно соединение, клиенты соединяются напрямую друг с другом. WebSocket, он про другое, он не для этого, он не подходит для такой высокой нагрузки. Я знаю, что есть проекты, в которых делали раздачу видео по WebSocket маленькими сегментами, но все-таки это другое. То есть не сравнивает. Понял, спасибо. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос такого плана. Вы сказали, так как данные о звонках, о трансляции как таковые не хранятся на сервере. А как быть в том случае, если, грубо говоря, через ВК-звонки будут созваниваться два террориста? То есть регламентация в рамках законодательного уровня, и если, например, по запросу правоохранительных органов потребуется, что вот типа звонок был, нужна запись, например. Вот примерно, я надеюсь, корректно донес. Вопрос я понял. К сожалению, ответа у меня его нет. Лучше обратиться в наш пресс-центр, они расскажут, как мы работаем с государствами и законами, потому что, во-первых, я технический специалист все-таки, я в это стараюсь особо не вникать. Здравствуйте, у меня вопрос, как обеспечивается безопасность передачи данных через WebRTC? Безопасность там есть из коробки, то есть данные кодируются, и в RTP, и в SCTP данные уже закодированы. Спасибо. Я хотел спросить, спасибо за доклад, очень мощный,
Отлично подходящий для первого доклада. Я хотел спросить, получается у нас поддержка сейчас тогда и WebRTC, и через WebAssembly, вот вы для тех браузеров, где нет WebRTC, да? Это же тяжело, наверное, то другое поддерживать, а какие есть компромиссы там? Почему все, например, на WebAssembly тогда не сделать, раз он такой мощный волчара? Ну, это немного... WebCodex — это немного не часть WebRTC. WebRTC — про передачу данных, WebCodex — про кодирование и декодирование. Почему не сделать все на WebAssembly? Потому что он банально медленнее. Это же нативная библиотека, которую мы скомпилировали под WebAssembly и выполняем в браузере, где-то там в user space в ASMA. А WebCodex — это прям непосредственно, ну, скажем так, часть браузера, которая нативно оптимизирована, все классно. Ее там тестируют в Гугле, тестируют сообщество. И веб-кодеки работают быстрее, чем libvpx под WebAssembly, поэтому так. То есть там нагрузка на там, компьютер больше и качество хуже? Качество не хуже, качество абсолютно такое же, но кодирование там, одного кадра, например, через веб-кодеки, оно, ну, наверное, раза в полтора быстрее, чем кодирование того же кадра в libvpx под WebAssembly. Ну, быстрее оно уже все в реал-тайме идет. В реал-тайме. То, что не по времени быстрее, а по, не знаю, по нагрузке на процессор. Нет, именно по времени. Ну, то есть, если мы упираемся в лимит нагрузки там на железе в какой-то, то один кадр кодируется в веб-кодеках быстрее по времени, чем в libvpx. То есть меньше кадров тогда идет. Да, мы, ну, если у нас слабое железо, то используя веб-кодеки, у нас мы больше кадров успеем закодировать, чем в libvpx. В целом на современном железе одинаково, ну, то есть нагрузка неощутима. Но если взять какой-нибудь там старенький ноутбук, то там уже, да, разницу можно почувствовать. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Спасибо за доклад, очень интересно было. Слушайте, а вот что из этого я прям где-то могу попользовать? Ну, это вот как нас, не знаю, встраивать, там или только это в рамках ВК, есть там что-нибудь, self-hosted решение. Второе, вы как-то не осветили, как оно работает, когда вот запись экрана идет, там, что происходит на клиенте, вот эта часть. Так, да, первый вопрос. Как это попользовать? Да. Можно, ну, используя WebRTC, можно сделать свой сервис, например, звонков. Через WebRTC можно передавать данные между абонентами. Не знаю, зачем вам это может понадобиться, но это доступно. У вас вот там, вы же, получается, решение делаете, его только внутренние сервисы ВК используют. Ну, конечно, я рассказывал о том, как мы сделали у нас в звонках. Ну, а в встраиваемых приложениях, там, которые ВК встраиваются? Те, которые встраиваются в ВК, насколько я знаю, они могут использовать наши звонки в своих целях. У нас есть API. Но ну или, например, я использую ВК OpenID, вот эту всю историю, что-то такое. Вряд ли. Вряд ли? Да. А. Окей, а что там, как клиент меняет свое поведение в зависимости, когда вот запись идет? А. Ну, собственно, начинаем звонок просто с камерой. У нас просто видео по RTP уходит на сервер или напрямую другому абоненту, зависит от того, сколько человек в звонке. Когда начинаем демонстрацию экрана, мы начинаем видео отправлять уже по дата-каналу, вот так вот закодированное. И, соответственно, другим клиентам оно тоже приходит в таком же виде. Что меняется визуально? Да, в принципе, ничего. Ну, то есть все на сервере. Почему? Это все в браузере выполняется. Сервер только вот взял пакет и переслал второму абоненту. Ну, а если много, там нет такого, что один, например, ведет запись, ну, на сервер, остальные между собой только. В смысле один ведет запись? Ну, это когда один только посылает на сервер, даты, чтобы записывались, а остальные между собой присоединяются. Нет, тут топология другая. Если звонок маленький, то все соединяются друг с другом между собой напрямую. Если в звонке становится больше пользователей, то все соединяются через сервер. Окей, у вас вот человек 300 вывезет? Нет. У нас вывозят десятки тысяч. Окей. Спасибо. Запись. Запись.
Ну, запись, конечно, да. То есть у нас есть запись и трансляция звонка, в которую можно зайти. Это будет как обычный стрим или обычное видео. Да, но в ней не отображаются все 10 тысяч человек. В ней будут отображаться те, кто сейчас говорит. То есть в звонке, когда даже просто в браузере заходишь в звонок, ты же не видишь все 10 тысяч. Видишь только там, ну, 10, не знаю, сколько на экран влезло. Те, кто начинают говорить, они в этом списке всплывают, и видео от них появляется. А если там прям, то сколько максимум, я плиточкой могу записывать? Ну, конкретно у нас, ну, в записи там попадает порядка 10, насколько я помню. На экране в браузере там выглядит, ну, так, плиточками. Максимум 10 потоков, получается, одновременно пишет. Пишет голос от всех. А, голос от всех, а видео? Видео, ну, вот 10 там примерно. Окей, все понятно. Но они ротируются постоянно. Кто начал говорить, он всплыл наверх. Спасибо большое за вопросы. На самом деле у нас время закончилось. Вы сможете задать их в обед, либо на автопати.